говорят, дешевле продали. Была распродажа. Вы разве не знали? Белые в моде, красные тоже, черные и синих модней, но дороже. Хочется мне купить все и сразу. Чайник, пиджак, штукатурку и стразы. Белого котика, тертые джинсы, шкаф, помидоры и то, что мне снится. Хочется в отпуск рвануть на Багамы. Шаль и носки для мужа и мамы. Туфли хочу с крокодиловой кожи. Машину как ту, что на эту похожа. Хочется мне, я иду покупаю. Где рассказать? Все, тогда начинаю. Привет, меня зовут Анна Юрьевна, и начнем мы сегодня с результатов конкурса «Самая нежная и страстная девушка». Первое место заняла Анита Ровная. Поздравляем вас! Итоги конкурса можно посмотреть на нашем сайте anaparegion.ru. А теперь давайте поговорим о покупках. В Анапе открылся новый салон красоты. Рыбаков к себе в гости приглашают в магазин «Рыболов». Также узнаем, где приобрести люстры по приемлемым ценам. Не нужно лишний раз говорить о том, какое значение для женщины имеют стройность, грация, привлекательность и красота. Для тех, кто решил изменить жизнь в лучшую сторону, в Анапе 8 марта на улице Крылова состоялось открытие женского клуба «Подиум». Теперь у всех анапчанок появилась возможность позаботиться о своем здоровье, внешности и эмоциональном благополучии. Тренажерный зал оборудован последними разработками в мире фитнес-индустрии. Упор сделан на зоны бедер, ягодиц, пресса и ног. Тренажеров здесь более 20. Занятия проходят на выбор. Можно заниматься самостоятельно или же проводить индивидуальные тренировки с инструктором. В соседнем зале представлен гантельный ряд для силовых упражнений и работы с лишним весом. После напряженных тренировок придать телу и душе бодрость можно как в душе, так и в бассейне с гидромассажем. В отличие от русской бани, требующей хорошего здоровья, сауна переносится легче, а ее терапевтический эффект также велик. Кедровая фитобочка из настоящего алтайского кедра, сохранившего свои целебные свойства, является хорошей процедурой для похудения. Забыть о депрессии, синдроме хронической усталости, избавиться от лишних килограммов и радоваться своему отражению в зеркале поможет спа-салон и услуги профессионального косметолога. Мы предлагаем здесь уходы по лицу, по телу, обертывания, антиоксидантные уходы, антицеллюлитные, насыщение кожи питательными веществами и кислородом, также уходы по лицу известной марки французская Мария Галант, которая входит в пятерку лидирующих в спа-комплексе и косметологических услуг. А в этом кабинете прием ведет врач-дерматокосметолог. Его работа состоит в лечении заболеваний кожи, решении ее эстетических проблем, проведении консультаций и косметологических процедур. Кабинет полностью оснащен самыми современными разработками в области косметологии. Мы предлагаем как аппаратную косметологию, также это и инъекционная косметология, и также мы работаем на косметике. Элитная косметика Natura Visse. Это испанская косметика. По поводу аппаратуры, допустим, очень хороший аппарат Maximus. Maximus делает великолепную подтяжку лица, то есть лифтинг, результат до 2 лет. У нас последнее поколение лазера Duetto. В этот лазер входит 3 вида лазера. Это микс-технология, то есть это Александрит плюс неодин. В салоне красоты предлагается полный спектр парикмахерских услуг и ногтевого сервиса. Салон представляет косметические препараты немецкой фирмы Goldwell. Продукция на протяжении нескольких десятков лет зарекомендовала себя как символ высочайшего качества и надежности. К услугам тех, кому не с кем оставить ребенка на время занятий собой, игровая комната. С педагогом ваши дети отлично проведут время. Анапчанки уже в первый день работы клуба оценили его по достоинству. Придя сюда, однозначно можно на чем-то остановиться, выбрать, что вы хотите. И интенсивные нагрузки, и мягкие нагрузки, и плюс есть зона релакса, это тоже очень великолепно. Мне это очень порадовало, и очень мне все понравилось. Пребывание в женском клубе «Подиум» поможет сохранить здоровье, улучшить физическую форму, повысить жизненный тонус и просто добавить положительных эмоций. Анапа, улица Крылова, 23/2, телефон 55980. Истинный рыбак готов биться за свой улов даже в очень суровых условиях. А магазин «Рыболов» всегда стремится сделать ваш выход на природу самым комфортным. Это настоящая кладовая для любителей порыбачить. Часто случается, что неопытный начинающий рыбак скупает снаряжение без разбора. В магазине вам помогут сделать правильный выбор, подскажут и объяснят, что лучше для вас. Ведь причина маленького улова – неправильно подобранная снасть – леска, крючок, катушка. Качественная серия разнообразных удилищ отлично подойдет для начинающих и опытных рыболовов и туристов. Такие удочки прослужат долго и не сломаются в самый неподходящий момент.
Любой рыбак оценит современные модели спиннингов «Шимана» или «Шекспир». Сейчас в магазине новое поступление воблеров от фирм «Мегабас», «Джакал», «Узури». Также обновился ассортимент катушек от японских производителей «Шимана» и «Дайва». Фирма «Шимана» предлагает каждому рыболову лучшие по качеству снасти экстра-класса для самых разнообразных видов и способов ловли. «Дайва» постоянно совершенствует и без того идеальные технологии и поддерживает свой безупречно высокий рейтинг. Если вам нужен хороший мотор, доверьтесь рыболову. Магазин является официальным дилером лодочных моторов «Хидеа». Эти модели высококачественные, легкие, компактные и надежные. Рыболов предлагает леску в разных вариантах размотки от российских и американских производителей. Большой выбор оснастки для ловли карпа, а также различные прикормки. В магазине помимо традиционного ассортимента расширен отдел снаряжения для отдыха. Это мангалы, коптильни, решетки с антипригарным покрытием, удобные кресла и стулья. Незаменимая вещь любого походника – вместительный рюкзак. Посетив магазин «Рыболов», вы сможете найти для себя еще много нового и интересного – от крючка до лодки с мотором. Магазин с красивым названием и отличным ассортиментом расположился по адресу: город Анапа, улица Астраханская, 46, телефон 5-82-45. Магазин «Неон» переехал и теперь предлагает еще более грациозные и экстравагантные люстры производства Польши, Германии и Китая. На ваш выбор предоставляются современные и классические изделия, украшающие кухню и гостиную, изготовленные из различных материалов – от стекла и хрусталя до ткани и дерева. Комната, где свет играет в бликах хрусталя, всегда будет окутана теплом, атмосферой уюта, роскоши и комфорта. А если вы поклонник неординарности, смелых ассоциаций и дизайнерских решений, то магазин «Неон» знает, что предложить и вам. Примерно определите для себя мощность освещения, которое должно заливать светом или всю комнату, или же только ее часть. Если вы еще не решили, что для вас важнее, то целесообразно выбрать люстру с несколькими режимами освещения или с возможностью приглушения его интенсивности. Современные люстры могут иметь вид как припотолочного плафона, так и подвеса. Бурное воображение дизайнеров сгенерировало огромное количество вариантов. Если вы не хотите, то большую люстру можно не использовать. Достаточный уровень освещенности обеспечат пара светильников, расположенных у изголовья кровати или оригинальный торшер. Тем, кто любит читать перед сном, следует повесить на стене у кровати бра с возможностью регулировки силы света. В детской комнате актуальными станут такие яркие светильники, а в ванную комнату установите зеркало с подсветкой. Если у вас частный дом, то, несомненно, стоит позаботиться об организации хорошего уличного освещения, чтобы по вечерам территория вокруг вашего дома была также хорошо видна. «Неон» предлагает несколько категорий – напольные уличные фонари, настенные фонари и потолочные. Они могут быть различными – оригинальные высокие, аккуратного среднего размера и низкие фонарики, создающие рассеянное освещение. Реальный путь к экономии электроэнергии – энергосберегающие лампы различных типов. Их тоже можно купить в магазине «Неон». Ассортимент не ограничивается и на этом. Ручные фонарики, батарейки, усилители, стабилизаторы и все-все-все, что непременно сделает ваш дом светлее и уютней. Как правильно подобрать освещение, для вас больше не будет являться проблемой или неразрешимым вопросом, ведь в «Неоне» вы можете легко найти самый интересный и приемлемый вариант. Вам с удовольствием посоветуют именно те модели, которые будут превосходно смотреться не только на страницах каталога, но и в вашем интерьере. Город Анапа, улица Заводская, 28D. Магазин работает с 9 до 18 часов, воскресенье с 9 до 15 часов. Ну что ж, настало пора прощаться. Мы увидимся с вами в среду в 19:45. С вами была Анна Юрьевна. Пока!